Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности в стране и предотвращения распространения коронавируса Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте ведет работу согласно алгоритму, рассказал главврач центра Рыспек Садыгалиев. Работниками санитарно-карантинных пунктов проводится надзор за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил согласно законодательству и алгоритму работы на авиационных, автодорожных и железнодорожных сообщениях при пересечении государственной границы Кыргызской Республики. На местах работниками нашими тесно сотрудничаются с пограничная, таможенная, фитосанитарная, ветеринарная служба и местная госадминистрация. По словам специалистов, в каждом пункте расположены мобильные изоляторы. В случае выявления гражданина с коронавирусом или же подозрения на болезнь, его помещают туда. На данных прививочных пунктах созданы все условия для получения вакцинации гражданам нашей республики, а также и иностранным гражданам. В данное время наши работники получили вакцинацию все, и которые уже имеются переболевшие и медотвод. С гражданами при пересечении границы нами проводятся просветительные работы. За прошедшие сутки вакцину от COVID-19 получили 12 107 человек, из которых первой дозой 5 861 человек, второй 6 246. Всего же по республике вакцинировано 828 803 человека. Между тем, за прошедшие сутки смертей от коронавируса не зафиксировано, однако выявлено еще 76 случаев заражения. По данным республиканского штаба, за прошедшие сутки коронавирус был выявлен в Бишкеке у 42 человек, в Аше у одного, в Чуйской области у 20 граждан, в Талаской у двух, в Иссык-Кульской области у 8 человек, в Джалал-Абадской у троих. С начала пандемии коронавирус выявлен у 172 327 человек. 2101 гражданин лечится в стационарах, 3112 человек на амбулаторном лечении. Всего выздоровели 132 249 человек. Погибло 2451. Эксперты рассказывают, что после введения вакцины в организме человека происходят изменения в иммунной системе и вырабатывается специальный иммунитет. И даже если человек заболевает после вакцинации, болезнь переносится им легко. Дастан Касканов, Сиязбек Нурмамбетов, Алатау 24.